Medal of Honor Warfighter — это новая часть перезапущенного Medal of Honor. Medal of Honor вообще это старейшая серия игр, безумно популярных в 90-х, в начале 2000-х, история которых окончилась после фиаско с Medal of Honor Airborne, который был эпическим провалом для всей серии. Ну и тогда, в принципе, всем уже стало понятно, что игры по Вторую мировую несколько надоели людям, и Call of Duty Modern Warfare установил новый тренд на современные шутеры, тиры про спецназ. И, в общем, я сделал большую паузу с франчайзом. При этом у них был Battlefield, который начинался со Второй мировой войны, но потом, да, смело скакал по эпохам вперед. И, в общем, они как-то сосредоточились на развитии именно Battlefield. Но вот незадача. Call of Duty выходил каждый год, а Battlefield, видимо, DICE не могли, да и не хотели делать слишком часто. И вот, на самом деле, огромный респект Electronic Arts, что они не стали доить, да, несчастный Battlefield, который, ну, одна из, я считаю, элитных серий в игровой индустрии. И не нужно выматывать ее талантливых авторов бесконечными корпоративными планами, отчетами и прочей ерундой. Electronic Arts нашли очень элегантное решение, как фактически очень близкие игры, не объединяя их в один сериал, продавать, да, каждый год. Ну, особенно после того, как Battlefield 3 обзавелся, ну, такой голливудской синдромой компанией. Новый Medal of Honor стали делать на движке Battlefield 3, да, вот грань различия между играми, она стирается и больше находится в плоскости мультиплеера. Собственно, перезапущенный в 2010 году Medal of Honor вряд ли можно назвать супер успешным проектом. Несмотря на то, что продалась она хорошо, достаточно больше 5 миллионов копий, немногие люди были счастливы, получив коробку в руки. И в первую очередь, наверное, ей не хватало действительно хорошего движка. Она технически была очень плоха. И вот теперь, спустя 2 года, казалось, Electronic Arts сделает все правильно. Новый Medal of Honor Warfighter — это такой high-end вариант Call of Duty. Взят передовой движок Battlefield 3, и на нем сделан рельсовый шутер, понятный и принятый миллионами. В принципе, многие сравнивали Battlefield 3 с Call of Duty, да, по синглплеерной кампании, но я всегда говорил, что это не так, что Battlefield 3, он про другое. Он больше передает ощущений, он больше похож на настоящую войну, на сборник военных операций, нежели на компьютерную игру. И на самом деле безумно большая разница между Battlefield 3 и Medal of Honor. Когда ты включаешь игру, ты понимаешь, что даже несмотря на то, что они на одном движке сделаны, это вообще принципиально разные игры. В Medal of Honor герои ходят по-другому. Он по-другому приседает, он совершенно по-другому себя ведет, все ощущается более аркадным, по-другому себя ведут враги, сеттинги абсолютно другие, геймплей абсолютно другой. Medal of Honor Warfighter — это, правда, 100% Call of Duty. Кто-то обзовет это плагиатом, но это скорее ремейк. Потому что за последний год в Danger Close перешла вообще там половина Treyarch, про это не особо распространяются, но по сути сейчас Warfighter наполовину делали те же люди, что Call of Duty. Косвенным подтверждением этого является то, что главный злодей в Warfighter — это реально вылитый Марк Ламия, это глава студии Treyarch. Сходство с некоторых ракурсов просто стопроцентное, и самое забавное, что даже в моменты какой-то вот актерской игры на лице персонажа вот безошибочно угадывается просто выражение Марка Ламия. Безумный какой-то троллинг от бывших сотрудников, я по-другому это назвать не могу, но это дико смешно, потому что это единственный персонаж Warfighter, которого главные герои откровенно пиздят просто вот на протяжении минуты, очень яростные, с эмоциями. И, по-моему, это не случайно, потому что всех остальных врагов они, походу, просто убивают, какие бы крутые они там не были. В общем, это очень смешно. С нетерпением жду, чем ответит Treyarch. Но, на самом деле, у Danger Close в лиц компании таких известных нет. А вот Марк Ламия знают многие. Did you like it? Ну а сам Medal of Honor Warfighter получился именно таким, каким и мог получиться при таком производстве, когда взята частично команда старого Medal of Honor со своими представлениями о сериале. И в эту команду влита куча чуваков, которые всю жизнь только делали Call of Duty. То есть Warfighter, он всю дорогу вызывает очень смешанные чувства, потому что наполовину эта игра представляет из себя Medal of Honor 2010 года, когда вы лазите по этим бесконечным арабским поселкам, одинаковым зданиям, мочите талибов, прочих арабов, которые подвернутся под руку. При этом игра абсолютно утратила вот свою, мне кажется, фишку, которая была в Medal of Honor 2010, это то, что некоторые моменты, они действительно были очень по-военному там сделаны, то есть вертолеты, которые прилетали на бомбежку, они стреляли откуда-то за километры, ты видел только, как ракеты прилетают. Здесь теперь все как получите. Прилетают Apache, прям себе под нос выпускают пачку Hellfire. При этом все красиво разносится, но такой оригинальный интересный момент из игры практически полностью пропал.
половина Warfighter — это ремейки уровней из разных Call of Duty. То есть вы будете вспоминать Call of Duty 4, где-то Black Ops, даже Modern Warfare 3. Ничего абсолютно оригинального в Warfighter, к сожалению, нету. А, не вру, что-то оригинальное есть. Это офигительные совершенно автомобильные погони. Мне кажется, за них стоит благодарить авторов Need for Speed, потому что ну, там угадывается какая-то совместная работа. И они для шутера сделаны просто потрясающе. Во-первых, действительно длинные уровни, насыщенные. Для них проделана просто куча работы. Во-вторых, впервые, когда ты вообще в какой-то автоуровень в шутере играешь, тебя не раздражает управление. Ты даже, в общем-то, физика очень простая, но ты машину более-менее чувствуешь. И даже она делает то, что ты от нее хочешь. И в моменты, когда ты таранишься с кем-то, уворачиваешься от каких-то машин встречных, у тебя просто масса эмоций, ты сидишь, не можешь поверить, что это происходит посреди игры, которая в остальном на 100% повторяет своих предшественников. При этом, наверное, самый крутой момент игры — это второй автомобильный уровень, где помимо там, гонок, таранов, слежки, которым ты занимался до этого, тебе приходится еще сначала прятаться. То есть посреди игры такой стелс-экшен на машинах получается, когда у тебя есть радарчик, как в МГСе, с полями зрения противников, ты должен по целому району пробираться мимо вражеских патрулей и отсиживаться в подворотне. То есть очень знакомые действия, но никогда я их лично не совершал на автомобиле, и, по-моему, это очень круто. И показывает, что в этом жанре тупого интерактивного боевика еще можно многое придумать, только надо стараться. Ну и заканчивается этот уровень просто потрясающе. Там вспоминается миссия невыполнима, потому что все происходит в Дубае. Ты бегаешь от своих преследователей по хайвеям, и в какой-то момент начинается песчаная буря. По-моему, это безумно круто и показывает, что Danger Close не без идей. Они собрали неплохую команду и, возможно, у них просто не было времени достаточно хорошо познакомиться с незнакомым движком, пересобрать половину команды, потому что их разгоняли. И при этом нужно еще слепить полноценный шутер с синглом и мультиплеером. То есть задача, конечно, непростая, но мне, как игроку, конечно же, на это должно быть все равно. Я хочу играть в игру. А если суммировать, то Medal of Honor Warfighter, что это такое? Это скучные уровни из Medal of Honor 2010, плюс ремейки разных уровней из Call of Duty, плюс неплохая стрельба. Этим Medal of Honor бьет Call of Duty, потому что здесь хотя бы противники не как идиоты сидят за укрытием и высовываются. Они там постреляют, перебегут. У меня даже был один неожиданный случай, когда на третий раз я переигрывал какой-то момент, враг решил оббежать всю группу со стороны и, в общем, всех в спину расстрелять. Это меня безумно удивило. Такое я раньше видел только в Halo, Fear и других более интеллектуальных шутерах, прямо скажем. Ну и главное это то, что когда ты нажимаешь на курок, все-таки чувствуется и оружие, чувствуется, как пуля попадает во врагов. Вот эти моменты все очень хорошо сделаны. Другое дело, что нет вообще никаких оригинальных геймплейных ситуаций. Просто тупой отстрел, такой же, как в Call of Duty. Да, стрелять интереснее, но надоедает примерно так же быстро, как в Modern Warfare 3. Разработчики очень долго с гордостью говорили, что над сюжетом нового Medal of Honor работают настоящие бывшие спецназовцы, и в него они заложили ряд реально проводившихся секретных операций, о которых мы не знаем, но в которых они участвовали, и все, что с ним происходило, легло вот в основу этих миссий. Честно говоря, я им верю, потому что все, что происходит в игре, очень похоже на фантазии бывшего работника высшего специального назначения. Ну, то есть понятно, что в реальной жизни все было скромнее, но я уверен, что если военные включат фантазию, то вот в их представлении это будет именно так. К слову, одной из этих фантазий является убийство Бен Ладена, которое будут продавать за отдельные деньги в отдельном DLC. То есть вся игра — это такой сборник сновидений. То есть это реально же операции, да, серьезные. Они проводятся как? Долго распланировали, за 5 минут выполнили, все круто, четко. Настоящие профессионалы вернулись домой. Взорвали грузовик с ненужным человеком и прочее. А тут, конечно же, взорвали грузовик, следом взрывается целый порт, падает кран, вываливаются контейнеры. То есть я прям представляю, как спецназовец вот взорвал автомобиль с ненужным чуваком, вернулся домой, такой пошел бухать с приятелями и начал рассказывать фантазии, как это было. То есть, понятно, жанр компьютерного боевика, он обязывает ко многому, но мне кажется, игра вот как-то дико заостряла между желанием быть реалистичной, чего у нее не получается, и желанием развлекать людей, потому что это тоже у нее не получается, потому что вот взрыв порта, который происходит в начале игры, это единственная, абсолютно единственная, хоть сколько-нибудь зрелищная сцена в игре. Все остальное, кроме вот погони, это уныние какое-то.
Ну и сценарная работа, на самом деле, очень низкого качества. То есть я думал, что хуже, вот скучнее, чем в Call of Duty, уже нельзя. Но если начинают с Black Ops 3 Arch стали переубеждать людей, что в Call of Duty, на самом деле, может быть хоть сколько-нибудь вменяемый сюжет, то здесь вот как-то видно, что все за авторством спецназовцев. Как и можно было ожидать, в этом сценарии очень много времени уделено тяжелой ноше, которую несут оперативники спецвойск, про их семьи, про то, что у них проблемы явно с ними, про то, что семьи их не понимают, про то, что они погибают, об этом никто не узнает. Все стандартные классические темы, которые безумно круто были раскрыты в сериале «Юнит», например. Кто не видел, посмотрите хотя бы первый сезон. И вообще такое ощущение, что вся игра ради этого делалась. Финал «Medal of Honor», он тоже вообще абсолютно непонятный, смещен в сторону вот этой вот семейной темы, драматизма. И клип «Линкин Парк», он про это же. И я бы вот рад был во все это поверить, сопереживать персонажам, если бы в игре был хотя бы намек на какой-то драматизм, на какие-то переживания персонажей. В «Warfighter» вообще ничего нету. Вот заставки идут отдельно, игра отдельно. Но, справедливости ради, в какие-то моменты действительно все хорошо. То есть в игре есть где-то три сценки, где персонажи куда-нибудь высаживаются, общаются между собой, кто-то шутит про бывшую жену. Ну, какие-то вот искренние веселые моменты. Если бы из них состояла игра, вот хотя бы на 40%, было бы уже круто. И мне кажется, Danger Close надо это понять. Сейчас они кое-как доделали вот эту игру. Мне кажется, следующую надо начинать, сделав гигантские выводы. Ну и в целом чувствуется вот эта вот продуктовость, так сказать, всего проекта. То есть видно, что люди собрались, чтобы сделать не что-то важное и интересное, а вот новый Call of Duty, только на более крутом движке. К слову о движке, очень странно, но в Medal of Honor Warfighter практически нет разрушаемости. То есть она так местами введена, но вот такой тотальной, как в Battlefield, ее здесь нету. Я не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что DICE твердо сказали, что нет разрушаемости, это фишка Battlefield. И уберите движок, но вот нашу фишку не лапайте. Ну а возможно, связано это с тем, что авторы Call of Duty, весь их геймдизайн, который есть у них в голове, он не предусматривает дыры в стенах и заканчивающиеся патроны. Потому что, кстати, патроны в этой игре тоже не заканчиваются. Вы всегда можете у напарника сказать: «Эй, чувак, достань-ка из мешка мне еще 10 рожков, а то у меня закончились». И он такой: «Конечно же, у меня 200 рожков в рюкзаке. Я все их с собой таскаю, всегда готов с тобой поделиться. И гранат у меня лишних штук 20, не хочешь? Поделюсь». Наследство от Battlefield 3, еще Medal of Honor достался прекрасный звук. Здесь он действительно очень крутой. Если у вас есть хорошая True HD акустика, вы получите массу удовольствия именно от звука. Еще, что меня смутило, это, опять же, техническое состояние игры. Так же, как в Medal of Honor 2010, здесь встречаются глюки, которые вообще не свойственны для консольных игр. У меня частенько пропадал звук. Стреляешь из оружия, и вдруг, бах, исчезает звук стрельбы. Чуть-чуть вперед по уровню проходишь, он появляется обратно. В один раз картинка начала разваливаться на части, все застилаться какой-то белой пеленой. Однажды у меня просто не сработал скрипт. Там нужно было снять чуваков с гранатометами, тогда прилетали вертолеты и все разносили. Так вот, у меня вертолеты прилетели, зависли и вообще не стали ничего делать. Понятное дело, что это поправит, но мне кажется, что Electronic Arts может позволить себе вот такие-то моменты поправлять до выхода игры, потому что даже патч первого дня он ситуацию не исправил. Мультиплеер Medal of Honor Warfighter, он, в принципе, идет той же дорогой, что и мультиплеер предыдущей игры 2010 года. Это не Battlefield вообще ни разу, это что-то, да, посредине между Battlefield и Call of Duty. Сейчас, наверное, даже больше это все сдвинулось в сторону Call of Duty. Еще более аркадно, быстро стало. Единственное, что когда ты включаешь мультиплеер, у тебя на глазах происходит катастрофическое падение качества. То есть ты смотришь на уровни и понимаешь, что они тупо бедные. То есть они сделаны очень схематично, они очень сделаны скромно по арту, они не соответствуют тому, что происходит в сингле. То есть если в Battlefield мультиплеер просто роскошный, там роскошные карты, куча труда в них, то когда ты включаешь Medal of Honor Warfighter, у тебя ощущение, что ты включил игру Warface. То есть неплохой шутер, но уж больно скромно сделанный, ориентированный как будто бы на фри-то-плей. По режимам мультиплеера Warfighter это всяческое переосмысление режимов Call of Duty. В принципе, сами разработчики Call of Duty тем же занимаются каждый год. Они под новым соусом подают старый материал. Ну и вот здесь примерно произошло то же самое. По динамике оно чуть медленнее, но по смыслу очень похоже. Не уверен, что я в это буду играть, но попробовать можно, особенно если вы уже заплатили за игру. В общем, Medal of Honor Warfighter
это не очень оригинально, достаточно красиво, с проходным мультиплеером, ну и не требует никакого вашего немедленного внимания. Моя оценка 7 баллов.